Почетных граждан города Орла станет больше. Кандидатуры представили депутатам на внеочередной сессии горсовета. Комиссия рассматривала 4 кандидатуры. И учитывая, что в этом году, юбилейном году, горсовет, согласно положению, может принять решение о присвоении звания почетный гражданин города двум кандидатурам, комиссия сочла необходимым вот выдвинуть следующих претендентов на это высокое звание. Василий Дмитриевич Кузнецов. Вторая кандидатура, которая была утверждена комиссией, это кандидатура Ефима Николаевича Вельковского. Однако Ефим Вельковский перед голосованием снял свою кандидатуру. В итоге депутаты единогласно присвоили звание почетный гражданин города Орла герою социалистического труда, экс-депутату Верховного Совета Василию Кузнецову. Кроме этого, в книгу почета города также впишут еще одну фамилию. Кандидатуру краеведа Виктора Левцова также одобрили на внеочередной сессии горсовета.